Всем доброе утро, дорогие друзья. Вчера ничего не снимала, уж извините, пожалуйста, потому что вчера я себе дала выходной. В плане чего выходной дала? В плане того, что я легла и поспала. Это у меня мой подарок на день рождения был. Я просто вчера пришла и спала, потом вечером сходила в садик, потом пришла и уже просто отдыхала. Ничего не снимала, ничего не делала, просто вот у меня такая усталость была, у меня почему-то голова сильно болела. И я решила себе дать отдохнуть. Дети вчера один торт съели, сегодня второй. Света уже ела. Света, торт вкусный, нет? Медовик обычный, сегодня они еще будут кушать. Но первый торт был очень вкусный. Сейчас я им готовлю завтрак, жарю колбаску с яичком. С яйцом. Как хотите, так и говорите. Ну вот, готовим. Потом покажу вам то, что мы по ремонту уже успели сделать. И все остальное вам покажу тоже. Ладно, приготовлю завтрак, попью кофе и вернусь к вам. Вы далеко не уходите. Приготовила я ребятишкам завтрак. Вот такой вот у них будет завтрак. Огурчик, яичко, какао или шоколад горячий. Еще там они выберут хлебушек с маслом. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли завтракать. Забрала я уже Оксану со школы. Оксана, поздоровайся с всеми. Все. Ребята, многие пишите, почему дети в куртках, почему в брюках. У нас очень холодно. У нас все, вот уже видите, все ходят в курточках. Вот люди идут тоже в куртках. У нас все в куртках уже, потому что у нас очень и очень сильно холодно. И поэтому я их лучше потеплее одену, чем потом лечить. Да, Оксана? Да. И то вот Оксана сегодня тепло оделась, то говорит холодно, да? Угу. Вчера было холоднее. Вчера было холоднее, да, сегодня немножко потеплее. Вчера вообще холодно было очень сильно. Сегодня чуть-чуть теплее. Ладно, стоим, ждем автобус и едем домой. Дорогие друзья, я вам обещала показать, какую работу у нас сделали, но первое. У нас доделали окна, все. Видите, все окна все нормально сделали. Вот так вот они у нас. Тут у Егора гитара стоит, потому что пока повесить негде. Гвоздики еще не приделали. И мы сделали Егоркину комнату полностью. Вот так вот получается. Ждем, когда еще придет койка. Мне койка не пришла, столик пока здесь стоит. Потом мы его переставим к нам в комнату. Ну вот у него вот так вот. Вот такие вот обои у него. И вот и ванная комната. Микроволновку мы уберем, когда уже кухню сделаем. Вот так вот и гитара там стоит. Он научился. Какую ты мелодию научился играть? Кузнечик. Кузнечик, да. Он вчера на... учился. Ну, это... тебе нравится вообще на гитаре играть? Да. Очень нравится. Да. Ну, вот видите. Да, то подписчики не верят, что ты умеешь играть на гитаре. Может, сыграешь? Сложно сказать. Частично они правы, я еще не умею. Ну, ты немного-то уже умеешь, уже кузнечика мелодию наигрываешь. Я еще там какую-то пытался выучить. Пытаешься? Он у нас учится как? Через интернет. Самоучка. Да, самоучка через интернет учится. Ну, вот в целом, Егоркина у нас комната полностью готова. Все, Егорке только надо будет поставить здесь койку. Полы сегодня еще раз мы на несколько раз уже перемывали, но вот видите, полы все равно еще как будто беловаты немножко. Поэтому я сегодня еще раз полы вымою. И этот столик мы, наверное, уже к нам унесем, чтобы он тебе не мешался. Или пускай стоит. Уносить? Да. Ну вот. Так что вот такие вот новости у нас. Я, дорогие, сейчас, друзья, попью кофе. Лапусь! Чтобы мне тебе такое дать, чтобы ты не пищала. А? На. Все, заткнулась. Сейчас попью кофе и надо будет идти в садик. Но хотела я поговорить с вами не об этом. Завтра ко мне опять придет комиссия, потому что опять поступили письма от наших каких-то подписчиков, которые пишут на меня заявление. Не знаю, кто из вас это делает, но, честно, вам заняться нечем. Ну, вот в целом, завтра опять придет комиссия. Снимать ничего не буду, я знаю, что вы меня просите заснять это все. Ну...
снимать, пока я ничего не буду. Если что-то перейдет в другие рамки, я уже буду снимать. И мне тогда уже будет все по барабану. Сейчас попью кофе и в садик надо идти. Потом приду опять дальше работать. В этой комнате, в кухне у нас остается только поклейка обоев и смена пола. У нас из-за этого немножко затормозилось. Надо покупать фанеру. Так, все. Что, Егор? Нет. И завтра, вот, считайте, придет комиссия, придут, проверят. Скажут, что у нас прям так. Тут-то. В принципе, они меня прекрасно знают. Они знают, что я не пью. Они знают, что мы делаем ремонт. Они были, потому что недавно. И вот придут, проверят, посмотрят и уйдут. Поговорим. Чайку попьем. Так что вот такие вот у нас новости, дорогие друзья. У меня получается 3 комнаты готовы. Но вот сегодня еще мебель занесем только мы в зал. Там полы еще на третий раз я перемою. И поставим диван уже. Потому что все равно после такого ремонта полы долго отмываются. И будем ставить диван. У меня получится готово у мальчиков комната, зал и еще одна маленькая комната будет готова. Останется только кухня и коридор. Пристрой пока я вообще ничего не говорю про пристрой, потому что про ту речь пока еще даже и нету. Но вот пока вот эти вот комнаты мне надо завершить и все. А так в целом все у нас хорошо, продвижение есть. Потолок мы здесь покрасили, видите, он белый стал. Белой краской специально потолочную брали, разных фирм брали. Получилось так, что одну краску купили, не хватило косяки, да что красить, еще вот здесь надо косяки красить, но пока еще не красила, так что вот так вот как-то. Ладно, сейчас попью кофе, пойду в садик, потом все дальше будем с вами делать и увидите. Установили компьютер, тут был грязный, поменяли обои и шкаф поставили. Тут и тут. Тут шкаф у нас. Сейчас буду делать вот эту баню туда. Вот. Погасим сейчас. Тут мы ставим таблетку и будем мыть полы. Вот так вот. Сейчас будем делать светлую эту. И мама хочет поменять эту вот штучку. У нас время уже вечер. Ванечка спит. Оксенька спит. Укрыть надо ее получше, а то она постоянно. Так вот. Оксаночка тут спит у нас. Ребятеночек мой. Тут Ванечка спит со Светой. Света делает обложки, обкладывает, да, скотчем? Угу. А уже некоторые сделала. Покажи, как ты делаешь. Вот обычно углы сделаю и все. А ты просто углы делаешь, да? Да, зачем все это? А внутри подклеиваешь, да, еще тоже? Угу. Вот так. Вот вы меня спрашивали, как у девочек комната. Вот у девочек комната. Сейчас Света доделает учебники. Там Катюша спит. Тут у нас Машенька спит. Там Катя. Там Катя, а там Маша. Они что, местами поменялись? Да. Вот так. Вот тут это еще утром убираю. Вот в целом так. Нашу комнату Света уже снимала, да, Света? Угу. Ладно. Ремонт потихоньку продвигается. Мне осталось сделать только кухню и коридор. Но пристрой в последнюю очередь. Пока вот из этих я имею в виду. Завтра уже, не знаю, если будет муж после работы не сильно устанет, то буду делать гардину. Я почему-то постоянно... Я нынче сильно так сережку дернула. У меня чуть это ухо не порвалось. Так что вот такие вот дела у нас, ребята. Это все учебники тут свои делает. А ты мне когда будешь блокнот выкладывать? Я дети любят блокнот выкладывать. А сумочку ты так еще и не носила?
Все понятно. Ну ладно, дорогие друзья, на этом я свое видео завершу. Скажу всем, желаю хорошего дня, хорошего настроения, всем спокойной ночи, берегите свое здоровье, всем пока-пока.